Трагедия в Копейске. В колодце утонула мать с ребенком. Женщина захлебнулась, спасая 7-летнего сына. Наш корреспондент побывал на месте ЧП и встретился с родственниками погибших. Вот этого не было вчера. Вчера при нас здесь закрыли колодец. Вот этот вот, а была сверху. После трагедии все колодцы оперативно забетонировали, а еще недавно вот этот люк был прикрыт лишь фанерой. Именно на нее прыгнул первоклассник и провалился в воду. Вообще это уму непостижимо потерять сразу. Немыслимо, но трагедия случилась на территории больничного городка. 28-летняя Евгения Никитина вместе с сыном пришла навестить сестру в роддом. 7-летний Леша решил побегать. Вот он, весь бугор еще. Люк-то вот на бугре. Мальчик побежал за кустом. Ну, бегал вокруг, играл ребенок. 7 лет. Ну, я не знаю, потерять двоих. И провалился на 3-метровую глубину. Мать бросилась спасать мальчика, но выбраться из колодца с ледяной водой они оба так и не сумели. Захлебнулись. Ну, конечно, безнаказанным дело не останется, потому что сегодня занимается прокуратура. Это ведь не просто гибель людей, это гибель людей по халатности других. Чтобы достать их тела, сотрудникам МЧС пришлось откачивать воду. Сейчас возбуждено уголовное дело. Накажут тех, кто должен был следить за этим колодцем.